Добрый день, друзья! Небольшая прогулка по Севастополю. Сегодня 16 ноября 2023 года. Так получилось, что я очень давно не был в Севастополе, не летом, осенью. И я в этом году и в октябре побывал, и в ноябре. В октябре, кстати, до 24 градусов тепла доходило. Сегодня 11 градусов тепла, 16 ноября. В октябре еще люди купались вовсю, некоторые в ноябре. Ну вот, вчера дождик был, сегодня так, после обеда, может, дождик, ну, немного солнца. Пройдемся по знакомым местам. В августе снимал ролик, и еще куда-нибудь заглянем сегодня. Ну, сначала пройдемся по нашей лесенке, по которой я люблю бегать. Немножко вот тут мокрый асфальт. Ночью прошел дождик. Утром я сегодня хорошо потренировался на Матросском бульваре. Там есть такой симпатичный закуточек для тренировок. По лестнике поднимемся. В Севастополе много лестниц, и мы сейчас поднимаемся в самый центр города, и он как раз на возвышенности расположен. Когда по лестницам — это благо, друзья, если у вас здоровые колени, конечно. А не пропустите нам чашечку кофе, друзья, говорят, здесь лучше кофе в Севастополе, кофе в окна. Давайте зайдем. Так, ну вот наш кофе, капучино. В центре тихо, спокойно. Вот знакомый храм, где мы в августе проходили мимо. Мне нравится центр. Такая старая архитектура сохранилась. Такой балкончик интересный. Гимназия. В самом центре гимназия номер 1 имени Пушкина.